Руководителю муниципалитета показывают окна в школе села Шабановское, одного из самых отдаленных населенных пунктов Северского района. В 2023 году из районного бюджета на замену оконных блоков и дверей в образовательном учреждении выделили свыше 700 тысяч рублей. Стало не только красивее, но и значительно теплее. Заметно преобразились классы. Здесь есть все необходимое для комфортного учебного процесса. В ходе недавнего визита в поселение Андрей Дорошевский осмотрел и новое помещение библиотеки. Сюда она переехала из старого аварийного здания. Ремонт делали фактически всем миром. Благодаря волонтерам и активистам, жителям поселения, администрации района, администрации поселения, совместными усилиями мы сделали этот ремонт для того, чтобы наши жители здесь проводили время, читали книги. Увеличился и книжный фонд сельской библиотеки. На сегодня фонд книжный составляет порядком 6500 книжных изданий. Периодические издания входят также в фонд библиотеки. Вот буквально скоро мы обновим мебель. На следующей неделе мы получим новую кафедру, шкафы, стулья, и где будут проводиться мероприятия для наших детей, молодежи и старшего поколения. Учреждения посещают около 400 книголюбов разного возраста. Кроме того, на базе библиотеки в Шабановском проходят различные мероприятия. В прошлом году их участниками стали более 200 человек.